Всем привет, ребят! Ну что, началась обнова, точнее уже вышла обнова на английском сервере. Сейчас я расставлю dev, и мы с вами посмотрим на топовые плюшки, которые здесь есть. Что нам добавили, потому что на английском сервере, как обычно, добавляют все намного быстрее, скажем так, чем на остальных серверах. Покажу вам, где новые скины. Опять же, это чисто донатная тема, как в принципе и все скины. Некоторые дают в шарике. Но насчет этих скинов, конечно, все печально. Так, сейчас я Ронина еще уберу. Так, отлично, хватит нам такого дефа. Наверное, мне нормально пришли. А, не, всего лишь трое, 24 минуты назад. Только сервер запустился, еще никто не бегал. Нет, ну все. У меня будут сегодня топы. 589, 540. Не очень. Так, окей. Итак. Что интересного здесь на английском сервере у нас открыли еще? Вот такие вот темки. Первое — яйцо. Второе я вам показывал и покажу сейчас еще. На русском сервере оно дешевле стоит, по сути. Здесь немножко дороже пак стоит. Что оно дает? Оно дает чисто скины. Вторые, новые. То есть на нового героя скин, на Анубиса, на Фрею и на Асуру. То есть так вот. Поехали сюда в скины. Я хочу еще посмотреть одну тему. Ну, я считаю, это, как по мне, это реально, это гоняво. Прокачивать дальше вот это вот героев. Я не знаю, сколько, видите, надо 50. Или дальше можно будет качать или нет. Или оно на первом. Ну, в принципе, думаю, скоро мы узнаем. Думаю, это будет завтра уже, когда откроют у нас скины. В общем, так вот. Это печальная новость. Сюда в этот не добавили его. Ну, как видите, Apex кристаллов все больше и больше продают. Топовый пиратик по сравнению с русским сервером однозначно круче. Вот вам доказательство, какие плюшки падают. Смотрите, за 1200 сейчас просто... просто мега. Три сразу же, три сумки на Огника, ребят. 1200 и куча разных тем. Вот поэтому этот сервер реально топ. Так, это у нас карточка. Хрустальный показал. Кристаллы. Что еще интересно? Tower of Gifts. Понятно. За покупку. Липпи. Ну, здесь эти акции ничего не меняют. Никогда. Апдейт 50 самов. Спасибо. Сейчас еще сюда забежим, посмотрим и плюхи, побежим дальше. Такс. Ну, тут ничего не поменяли, понятно все. Потом, вот тут вот продают два космо, ребят. Это мега жестко. Два космо продают за большой пак. Я уже достал такую эмблему у себя, и реально эмблемкой будет этот талант намного круче смотреться, плюс оживает, это мы вечером протестируем. И вот такие вот плюшки отсюда. То есть пасхальный кролик падает, то есть опять же донат. Это опять же очень печально, питомец действительно очень хорош. Обзорчик его вы можете уже посмотреть у меня на канале. Так. С этим разобрались. Поехали дальше. Что у нас еще интересно? Ну, в принципе, с такого я вам все показал уже. Поехали, попробуем. Это мои плюшки, которые я забрать не могу. Поехали, попробуем вырулить его. Ну, в принципе, у меня есть сколько там, 8363 за одну под хрустальный. Потом, если что, и качнем ему 30-ку сразу же. Так, ну что, поехали. Триантик. Я так, тысяч, давайте 60 паролем в спокойном режиме. Посмотрим, как падает. Как дроп.
На русском сервере за 25к выбили. На Тайване, по-моему, 130 у нас ушло. То есть русский сервер в этот раз реально очень удивил. Так дешево выпал этот герой. Ну, в принципе, здесь он будет Махатма. Здесь он будет продаваться спустя там пару дней. На выходных уже могут его продавать. Частями там или как. Ну, то есть, есть проблема. Да, и он безнадный, думаю, самого у нас хватит его выбить. Особо рваться за ним сейчас, ну, Рину. Неплохо, неплохо. Рваться особо смысла за ним нет. Все равно здесь мы его достанем. Ну, я вам скажу, что-то не очень. 25 касамов и суккубы одни. Рину, ну, такое себе. Ну, Махатма, конечно, череп. Все, только начали жаловаться, сразу же начали суккубов больше давать. Так, Триант, Имхотеп. Я не видел, кого мы там выбили. Нету у меня его еще. Кенди Кейн. По обнове, я вам скажу так, много, точнее немного, 99% говняного, но обнова терпимая, скажем так. Мега-мега какого-то имбового чего-то нет, но новый герой, конечно, плюс то, что он бездонатный, они могли его сделать донатным, герой очень-очень-очень неплох по локациям. Ну, опять же, если у вас есть... ресурса на нормальную его прокачку. Plant Warrior. У нас там тоже точно так же Plant Warrior, а потом упал. Упала землеройка. Стрелок, ничего себе. Паладин, офигеть. Лазуля, ну, ребят. За 50к это вот это уже считается нормальным роллом. Биги. Ну, так я вам скажу, неплохо. На 50к мы, считайте, вытащили. Ну, давайте еще дальше. Попробуем. Седнушка. Мы вытащили неплохих героев. Как неплохих, имбовых. Где ты, моя имбуша? Да, что-то... Это имбуша не хочет к нам идти. Друид. Суккубов просто... Просто немерено. Медузка, Ронин. Вот, кстати, Ронинов я очень давно не убивал. Они даже, мне кажется, похуже, чем этот падает. Чем череп. Эспирита. Рон Медузка были.
Две тыковки, горгул. Ну, знаете, вроде так и падает. Называется тот, который хотел немножко, немножко поролить. Сноу. Тандергод. Я-я, гарпия. Блин, как долго. Знаете, тут ПБшка. Нереально, нереально что-то. Пикси. Пикси-шмикси, фиксики-пиксики, миксики. Можете меня поздравить, поставить лукасик, ребятушки. У нас есть новый герой. На него у нас ушло, сколько у нас там, 360, 100 тысяч с фигом, как и на этом, как и на Китайке где-то плюс-минус, ну еще плюс лазуля, и посмотрите, какие здесь имбовые герои нам тоже повыпадали. Просто изи, ребятушки, просто изи. Пишите комменты, лайки, репостики, ждите уже прокачечки. Всем удачи, всем пока. Это было просто чудо. Так, пора выключать эту панельку. Ой, всем пока.